21 апреля пройдут мастер-классы для специалистов, а 22, 23 и 24 будут идти профессиональные конкурсы, где зрители увидят работы именитых мастеров страны и зарубежья, получат возможность наблюдать за процессом создания татуировки. В конкурсе модели можно будет увидеть работы самых различных направлений и стилей. Гости фестиваля смогут получить консультацию мастера, выбрать эскиз и сделать себе татуировку. В этом году в рамках фестиваля пройдут состязания мастеров боди-арта на тему «Алиса в стране чудес». Также свои работы представят мастера аэрографии. С 21 по 25 апреля фестиваль пройдет в санатории «Южное Взморье», а 25 и 26 апреля продолжится грандиозным мероприятием «Тату, горы, рок-н-ролл» на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Там к участникам присоединятся рок-группы, танцевальные коллективы, спортсмены, экстремалы и байкеры, сообщают организаторы.